ошибку полицейского, знаешь? Мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Мусору попадут, если в деле водос. Будет замести закус, эй, мусор, лови разнос. У мусору попадут, если в деле водос. Будет замести закус, эй, мусор, лови разнос. Мусоры, готовьте к силы, сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри в окно. Здорово. Вчера зубинки рухались без светила. И что, у вас это работает здесь? Да. А, ну все, пиши постановление. Приедешь только в суд, хорошо? Не надо головой мне кидать, кивать. Посвящение ваше водительское регистрационное. И все? Полиса городского страхового. И все? Еще и все. Вот так вот остановили, сказали, что я ехал без света. Так? И все, дать водительское, техпаспорт и страховку. Вы пошли, выписали, принесли, все, справились? Чего вы так думаете? Ну, потому что я уверен. Неправильно вы указали. Ну, давайте по процедуре. Все как полагается, все предъявим, все покажем. Почему я воспользуюсь... Почему не включила светло, забыла? А мне Геращенко разрешил не включать. Який Геращенко? У меня есть коллега Геращенко. Замминистра Авакова, знаете? Так? Разумею, я же его точно. Ну, добре. Не-н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 е. Позволили. Давайте, вы меня остановили, это есть беспричинная остановка. Кто без причины? Без причины. Но вот, если вы мне докажете, что за это есть ответственность в дневное время суток. Известно, есть. Есть ответственность. Да. В КУПАПе прописано. Да. И в ПДД. Да. Ваше службовое посвящение, пожалуйста. Христич Анатолий Васильевич, полицейский УПП в Полтавской области. Хорошо. Ваше, можно? А вы ничего не нарушаете? Ну вообще ничего, у вас ничего, нарушений никаких нету. Довгаль Валерий Иванович, полицейский УПП в Полтавской области. Отлично. Ничего? Ничего вы не нарушаете? Все у вас хорошо? Закон о полиции. Закон о полиции. 20-ю статью. Жетон. Ёшкин матрёшкин. Знаете, значит? Известно, знаю. Ну я же тоже много чего знаю. Я разумею. Это хорошо. И ваше можно? То бишь, вы КУПАП читаете внимательно, правильно? 122-я? Да, частина. Давайте. Только внимательно, хорошо? Я вам просто давно хотел сюда заехать и показать вам, как вы тут привлекаете за лобовые стекла, за госномера. То вы все герои здесь, а в судах вы никто. Я вам на будущее, я вам просто пояснение сделаю. По поводу пункта 9.8 и 19 пункта ПДД. Если вы не знаете, то освещение относится к 19 пункту. Это первый момент. А 9.8 это рекомендованного характера. Так вот. Я в старом возьму, у меня просто новый, не выделено ничего. Ничего страшного. У меня просто все выделено здесь. Значит, что у нас здесь написано? Смотрите, выделено специально. Користування зовнішніми світловими приладами. Это первое нарушение, за которое вы можете привлечь. Или попереджувальними сигналами при початку руху. Попереджувальні сигнали, это что у нас? Поворотники, аварийки.
Так как вы можете вменять осветливые приборы, зовнішній, вернее, неправильно сказал, зовнішній, користування з очень освітленими приладами? Либо вы ж вот эту вторую часть 122 вменяете? Да, друг. Вы вменяете? За дневное время суток? Да. Ссылаюсь на пункт права 9.8 права дорожнього руху. Ну и с 1 жовтня по 1 травня. Повинні бути вікні ближні світлофора, або до них і до вікні. Ви, наверное, ви все-таки нічого не понимаете, да? Я вам объясняю, что користування зовнішніми освітленими приладами. Открываем ПДД. Что вы имеете на увазі? Я вам... вы не понимаете, что я имею на увазі. Я еще ПДД, оно старое у нас осталось. Да там шептаться нечего. Смотрите, открываем пункт правил. Открываем пункт правил дорожного движения зовнішні світлові прилади. Правильно? Да. Это 19-й пункт, насколько я знаю. 19-й це темну пору доби, наскільки. Смотрите. Пункт правил дорожного движения. Зовнішні світлові прилади. Пункт правил дорожного движения. Попереджувальні прилади. Это ж два разных пункта. Вот. Так мы вот их и открываем. Просто как вы вменяете 122-ю вторую днем, если это ответственность ночью идет? Пользование внешними световыми приборами. Это один пункт правил дорожного движения. Тут написано в темное время суток. Правильно, я вам це сказав перед цим, що в темну пору доби. А 9.8. Це попереджувальні сигнали. Як зовнішні можуть бути попереджувальними? Друзі, 22 чітко прописано зовнішні. Ти йоб твою мать. Читаємо ще раз. За что вы можете по этой части привлечь? Здесь прописано проезд на забранный сигнал светофора, або жесты регулировщик. Либо на красный свет, либо если стоял регулировщик, это регулировщик. Здесь, объясняю, здесь, может вы мне объясните. Здесь написано користування, использование зовнішніми світловими приладами. Это если я буду ночью ехать. Что вы взяли, что ночью там немає регулки, что конкретно вночі? Это будь-який момент доби. А ссылаясь на пункт правил 9.8 и то, что с 1 жовтня по 1 травня повинні бути увімкнені ближні світлофори, або ніколи вогні, можна... За это есть ответственность? 22. Ну, как показывает судова практика, так, за это есть ответственность. Судова практика? Мы также на нее ссылаемся. А як ви можете на судову практику первої інстанції? Дивитися, при чому там? Дивитися витяги і робити висновки. І воно прекрасно все заходить. Ні, ну, не прекрасно. Ну, це може з ким-то заходить. З нами це не заходить. Я ж не знаю, хто ви. Ну, я не знаю, якщо загуглитесь, узнаєте. Открываем попереджувальні тепер сигнал. Іменно попереджувальні, там так і називається, попереджувальні. Не зовнішні світлові прилади. Якщо пункт 9.8 був зовнішні світлові прилади, бляха, базару нема вообще. Открываем 9.8. Просто вот это мне вот так. Знаете, у нас закон с какой стороны подавить? С одной стороны вы правы. Нет, мы не правы. Нет, я вам трактую так, как написано ПДД, понимаете? ПДД. С іншої стороны, я понимаю, вы здесь и машины забираете за то, что нет страховки, что там у нас еще нет. И разбито лобовое стекло. Я как раз приехал с решениями ваших судов, как можно забрать автомобиль за лобовое стекло. Вы знаете, что у нас ответственности нет за лобовое стекло? Ну, на легковой автомобиль нет. Даже на грузовой нету. Ну, на автобусе нет. Нету. На маршрутке есть. Нету. 680 грн есть. Предбачено купе. Здесь покажете? В ПДД? В КУПАПе. В ПДД. Водитель ПДД нарушает, не КУПАП. КУПАП это ответственность. Это кодифицированный закон. Еще раз напомните, как вас зовут? Анатолий. Толик, смотрите, пожалуйста. Еще раз читаю. Вроде бы ж открыл попереджувальные сигналы. Теперь мы открываем за... А вот ответственность.
попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. От коли ви будете їхати за мною, допустим, я совершаю поворот направо. По какой части вы меня привлекаете? Я не включаю. Я вас подозреваю, если вы, да, не метнули поворот, правильно. Изменили напрямок руку, да. То бишь вам видео будет достаточно, правильно? Ну, конечно. Вы ПДД знаете хорошо? Ну, ориентируюсь. Я вам хорошо, я вам подскажу. Значит... 9-2-Б. При початку руку, або измени ее напрямок. Так, а еще там что есть? Если... Если вы не метнули... Якщо ви змінили напрямок руху, то біж їхали по вулиці. То біж ви можете доказати на основі відео, що я не включив поворотник. Іменно не включив. Ну якщо це темна пора доби, чітко видно на відео, то чому б ні? Звісно, можемо. А ви знаєте, що він указується? Це перший момент. Коли там написано, що покажчики повороту указуються. В случае отсутствия или неисправности световых указателей, поворота, сигналы, начало движения, тын-тын-тын. Я ж видите, все повыделяю. Будь яким меньшим доступным, да. Лев, можно... И вы вот это на основании видео здесь вот так вот людей кошмарите. Разумею. Анатолий. Чего ему это сказать, что вы в салоне своего автомобиля показывали? А как вы можете доказать, что я его не указывал? Это нюанс. Вот видите, вот скажите, тяжело общаться с тем человеком, который что-то... Ну, известно. Не те, що тяжко, я б сказав, навіть приємно. Это хорошо, мне тоже приємно, що ви здесь. Да, ну, хорошо, якби нас, ну, люди як-то... Не, я вам просто объясняю, ребята, как вы можете привлечь водителя за дневное, если водитель не включил по за межами населеного пункту освещение. Тут у нас нету в 122 части 2 ответственности, знаете что? Вот ее нету, она идет... Там йде чітко написано. Зовнішні світлові прилади. Відкриваємо пункт правил дорожнього движення. Зовнішні світлові 19. Якщо б у нас зовнішні світлові прилади були б 9-8, іменно к 9 пункту, а поворотники к 19. Бля, базару нема, пацани. Тут даже, ви ж поняли, да? Що в КУПАПі перечисляються. В КУПАПі вот перечисляются, допустим, користування зовнішніми світловими приладами, освітлюючими приладами або попереджувальними сигналами. Значить, ми відкриваємо пункт 9.8. 9.8. І тут написано, допустим, не попереджувальні сигнали, а зовні. Зрозумієте, моя думка, законодавець, коли це писав, от там якраз вирішальну роль грає ОТЕ або. Тобто попереджувальні сигнали, це ми з вами правильно ви сказали, аварійка або покажчик повороту. Да. А зовнішні освітлювальні прилади, це вже зовнішні освітлювальні прилади. І навіть в пункті 9.8 вони вказані саме як зовнішні освітлювальні прилади. Хоч я розумію вашу точку зору, що ви підпункт називається попереджувальні. Я розумію, що ви хочете... Так як ви можете? А це, смотрите, я вам скажу так. Во время движения механических транссредств, светлое время суток, с целью обеспечения движения транссредств, ближний свет должен быть включен. То бишь вы хотите сказать, что я если буду ехать на мотоцикле, буксировать в туннеле и не включу, вы меня сможете привлечь за это? Це інші правила за буксування, там вказано, що да, один повинен їхати на... Ні, ви не поняли, смотрите. Во время движения, тут пишется, в колонах, на автобусах, на тяжелых, тяжеловесных каких-то. Угу. Вот, и потом идет в туннелях, видите, в туннелях. И идет же ж, а с 1 типа октября по 1 мая на всех транспортных средствах. Вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия конструируют транспортное средство ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости, вы читаете, да? На механическом транспортном средстве можно включить дальний свет фар или дополнительные противотуманные фары в условиях, что это не будет ослеплять других. Это вы же понимаете, это уже идет 19 пункт. Ну вот как бы ты ни крутил, я не знаю, как... Как вы вот привлекаете, я не знаю, ну что, Болтика сюда позвать, или бог его знает. Вот, смотрите, 19,
1А на всех механических транспортных средствах. Фары ближнего света. Вопросов нету. Давай. Может, что-то оно тут где-то... Ну, где-то оно... И вот же написано, осветительное устройство обеспечивает безопасное дорожное движение, поэтому движение на транспортных средствах в темное время суток, а также в условиях недозволенного вида, то бишь... Разумело, туман. Да, то бишь они, получается, ну, вы знаете, что даже законопроект 2695, когда писали, они думали, что дадут усилия по 130-й, ну, вы видите какие-то, ну, вам что-то мешало останавливать просто по 130-й проверить? Ну, вам мешало, вот вам нужен этот законопроект или нет? Конкретно мне? Нет, всю полицию. Он нужен, вот чтобы вам, смотрите, законопроекта нету, допустим, в той форме, в которой мы хотели его видеть. Что там нам изменило? Ничего. Ну, свитки можно не... привлекать, якщо... А вы знаете, что она будет валиться, потому что у вас бодикамера не сможет столько фиксировать? Да, я с вами согласен. Якщо безперервне відео від моменту зупинки до остаточного... Хватит вам этого видео? Ну, я думаю, что... Ну, вы правы. Ну, да, бодикамера не вистачить. Вы сами понимаете, правильно? Да. А так, по сути... Ну, я реально, либо сюда специально, но ну, я хотел увидеть не вас, я хотел более других инспекторов увидеть. Там, разумеется, ротация сейчас. У меня тут есть более буйные, которые хотелось бы немножечко. А вы вполне адекватные, очень даже культурные. Поэтому, ребят, я вам просто объясняю, я не знаю, кто вам это в голову вбивает, вы либо не читаете... И, уважаемые водители, я вам еще раз объясняю. Я специально приехал в Полтаву, хотя сегодня у нас сборы происходят. И я знал, что меня остановят. Я специально сделал так, чтобы меня остановили. Вот я с ребятами пообщался. И пытаюсь ребятам донести свою мысль о том, что 122-й, части 2-й. Вот знаете еще, Анатолий, я вам скажу. Есть такая петрушка, и мы ее не все иногда понимаем. У нас то второй части, ну, неважно, мы берем первую, вторую часть. У нас в первой части идет перечисление, за что вы можете привлекать водителей. Точно так же и в этой части. И вот, допустим, сейчас я вот... Ну вот подобие там для транс-заса без обороны руха, то есть тротуаром, шипишь, неважно, он будет либо по тротуарам двигаться, либо по пешеходам перейти. Вот это уже один пункт правил дорожного движения. За это есть, да, этот вид. А здесь немножечко раскидали, что в эту часть, во вторую, входит как и поворотники, ответственность за попередженность, так и зовнішні світлові прилади. Вы ж в ночное время суток вы привлекаете водителей по второй части. Если без светла едет. Если без светла едет, то ночное время. Да. Вы ж не привлекаете 121-ю, первую, вернее, сейчас. Нет, другая 122-я, пункт 19-1. Вот еще, что вы ж не забывайте, есть у нас еще 121-я, первая часть. Зовнішніх світлових приладів, темної пори доби чи інших технічних несправностей. Это у нас идет за технические неисправности, понимаете? Вот. Это нормальные пацаны? Да. Вот. Вы понимаете суть, к чему я клоню? Что оно, она разбегается. А я вам сейчас, вы Болтика видео смотрели, мне нужны вот эти инспектора. Болтик. Подписано на Болтика? Та, як вам сказати? Неінтересно. Резонанс, то, в принципі, дивимося. Так що... Это хорошо. Мені от... Вот эти вот интересуют. Я не знаю мову, разумею, не разумею. Він каже, я не розумію вашу мову, українську, мені на тому русском, там на азербайджанском. То есть вы право просто разъяснили, я понял. Не в рассмотрении, не в рамках. А какая у вас рота?
Вторая, а то была четвертая, по-моему. Ага. Блин, жалко, мне нужны, мне действительно нужны были данные инспектора, понимаете? Да. А вас не спросили мои номера? Сзади. А что за? Ну, интересный очень номер. Ну, ну, посмотрите, пожалуйста. Анатолий, интересный номер? Очень уникальный. Такие номера только у меня и у меня. Понимаете? Анатолий. Ну, я думаю, вы меня, ну, хотя бы немножко услышали. Ну, реально, вот как бы, я просто, либо, это сколько мы от Полтавы, 60 километров, да? Да, в районе 50. Это как у нас в Харькове, Красноградский пост. Он там 110 километров. И мне приходится туда иногда, редко, но метко ездить, понимаете? Разумею. Очень редко. Поэтому, как бы... Как-то так. Друзья, ну, вы сами видели, в принципе, может, то, что мы так попадаем на данных инспекторов, в принципе, Чутовский пост сегодня, ну, просто няшный. Я сам был удивлен, я хотел треша, чтобы вытащили с машины, там, 185-я, 173-я, ну, все, как вы любите. К сожалению, инспектора общаются очень культурно, очень вежливо. Кстати, будет еще ролик с Валковского поста, где харьковский полицейский Абдулов Сережка немножко попутал берега. Поэтому, друзья, вы знаете, что делаем, ставим лайки, подписываемся на канал, ну а я погнал в Полтаву дальше гаситься. Все, всем пока.